как улучшить сигнал сотовой связи и мобильного интернета на максимум. Значит, смотрите, что нужно сделать. Очень простая настройка, которая вам понравится и пригодится. Просто заходите в настройки, найдите пункт такой, который называется «Сим-карты и мобильные сети». Есть на любом телефоне, неважно какой у вас. Зайдите сюда и здесь выберите одну из сим-карт. На вашем мобильном устройстве может одна быть или, как у меня, две. Заходим сюда, и здесь у вас будет предпочтительный тип сети. Видите? Заходим в предпочтительный тип сети и просто выбираем 3G. У вас тут может стоять 4G, 5G. Вы просто ставите 3G. И после этого у вас реально будет намного стабильный интернет. Выходим, заходим в вторую сим-карту и точно так же предпочтительный тип сети ставим предпочтительно 3G. И у вас вот эти вот интернет реально улучшится на максимум. И у вас будет очень стабильный и хороший интернет. Пользуйтесь, не благодарите, расскажи обязательно своему другу, он точно не знал. Мы можем замечать, что улучшилась скорость.